Дорогие дети, добро пожаловать на наш научный канал. Пожалуйста, обратите внимание, не обращайте внимания на поддельные идентификаторы Telegram и будьте осторожны. Эти инструменты, которые я хочу вам представить, предназначены только для обеспечения безопасности и защиты конфиденциальности. Те, кто хочет использовать этот тип инструментов, пожалуйста, отправьте SMS на канал Telegram. Пожалуйста, не используйте эти инструменты для злонамеренной работы и киберпреследований. Обратите внимание, что эти видео, которые я сделал для вас, являются знаком доверия и доказательством эффективности инструментов в каждой функции мониторинга активности рассматриваемого устройства. Я сделал этот инструмент слияния серверов изображений несколько лет назад, чтобы защитить конфиденциальность. Многие люди расстроены киберпреследованиями, поэтому я хотел помочь таким людям и избавить мягкий знак SIA от этой проблемы телефонных преследований. Обычно многие молодые девушки и юноши сталкиваются с проблемами кибердомогательств,
и, к сожалению, не могут столкнуться с этой проблемой шпионажа и саботажа. Многие люди, которые активны в социальных сетях, сталкиваются с проблемами кражи учетных записей социальных сетей, и многие люди связаны с проблемами киберпреследований в плане саботажа между семьями. Многим людям нравится обнаруживать злоумышленников